Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим три посылочки, которые пришли мне из Китая. Вернее, одна из Гонконга, вторая из Гонконга, а третья, по-моему, из Китая. В ней, по идее, должен быть чехол, шнур для зарядки и защитный экран, либо защитная пленка. Итак, приступим. Первая посылочка. Первая посылочка с гусями-лебедями, это из Гонконга. Как можно видеть по большим буковкам. Гонконг. Возьмем наши волшебные ножницы и разрежем. Ух ты, как они упаковали-то хорошо. Ух ты, как здорово-то разрезано. Так вот, первым... В случае у нас чехольчик PDA-R, который называется, и в нем внутри находится чехол для iPhone 6 Plus. Чехол кожаный, замечательный, отлично выглядящий, ну и собственно служит основному функционалу, то есть защищает телефон от всевозможных падений. Собственно, давайте померяем. Телефон просто отлично входит в чехол и отлично выходит, и опять отлично входит. Можно носить на поясе, можно носить просто в кармане. Но главное — функционал, защита, ну и, естественно, красота. Стоимость этого чехла порядка $36 США в подарок. Вот такой вот обрезанный брелок для ключей. Обрезанный благодаря моим ножницам. Спасибо за внимание. Покупайте в интернете, экономьте денежки. Всего хорошего.